Есть еще такие режимы, вот там, где надо проходить? Долгая поездка. О, кстати, это вроде прикольный режим, не? Долго. А, да. Dusty Trip и это A Long Trip. В принципе, одно и то же. Долгая Мы играли поездка, с во. Друзьями. Это прикольно. 1500... Подожди, пыльная поездка или долгая поездка? Да, в принципе, без разницы. Ну, в пыльную зайди. Пыльную? Пыльная я больше не помню, людей. Я не помню, кто там у кого украл. За Long Trip или пыльная? Пыльная. Все пишут пыльная. Не, пишут долгая. Ну ладно, хорошо, долго. Пойдем долго. Играть, настройки, играть. Выбор игры, пати. Создать. Лимит игрока 2. Так. Так. Ух, ебать. Нихуя графон. Только в Dusty Trip в последнее время играл, там все по-другому. Так. Все-таки люди выбрали длинную. Ой. Багажник. Сиди. Ой, бай, ебать, чило, слышь? Че, ну, под капотом? Да. Пиздец. Все, я сажусь. Закрываю. А, пофиг, сбиваем. А мне нет, надо открыть. Я открыл. Сейчас второй тоже. Давай, давай. Ну что, допрыгался, щенок? Ребят, вы кого со своими скинами напугать хотите? Вы что, не слышали про новый режим на CSGO Run? Режим Case Battle уже на сайте. Вступай в равную битву с лучшими бойцами и покажи им, кто тот папа. Или сыграйте со своим другом и выясните уже наконец, у кого больше ствол. Что теперь скажешь? Ребят, вы чего? Быстрее переходи по ссылке в закрепленном комментарии и забирай халявный скин по промокоду. Хватай секретный промокод в Telegram-боте. Мы до Алматов едем. Я могу включить музыку и тебе демку в Дискорде вывести, чтобы ты мог демку открыть, тоже слушать. Да, давай. Что за фигня, я не могу поворачивать. Сейчас. Так, все. А, все нормально. Нормально? Голова. Давай, рули. А в чем здесь суть? Просто Талматов едет. Коробки чекните, пишут. Да, точно, тоже коробки. Ладно, едем обратно. А, тут надо хавать. Да, тут надо. Хавка заканчивается. Я не права. Так. Ой, так. Я заднюю дверь открыл. Не надо было. Так, что за коробки? А, во, коробка, открыть. Письмо. Траш. Коллект. Да в пох. Мне тут мусор. О, я нашел что-то, какую-то банку у меня поломанная. И мусор, наверное. А, это мусор, да, какой-то. Банка поломанная, это мусор. У тебя курица какая-то. Да, и мусор тоже. Но это кушать это можно. На лабутенах, нах, и в офигительных штанах. Поехали. Поехали. Да, у мотов. Мы до Алматов едем? Да, там написано Алматы. Давай. Едем. Нах! А что, тут на дороге будут какие-то препятствия встречаться? Ну, да, вроде должны, я не знаю. Я давно в это не играл. Я не играл вообще в этот режим. Ну, тут ехать надо. Монстры, свины? Зомби. Ну ждем зомби. О, вон какая-то заправка или что это? О, да, можно залутаться. Давай. Кстати, ее машину надо заправлять или нет, интересно? Не знаю. Ну раз парковка есть. АЗС. Ой, то есть это заправка. Как выкинуть мусор? О. Зомби вроде ночью появляются. О, тут вход есть сзади. Так, коробки не лутабельные. Парам-парам-парам. Сейчас мальца потише сделаю. Поздравьте меня, я пью колу, поздравляю. Поздравляем. Тут ни хуй нет вообще. Блин. Заправка только. А вот, заправка, я жму. Да не надо, ну, мы заправлены вроде. Так это ничего не потрачу. Зачем тогда жмешь? Ты отжал мне заправку. Пиздец. Давай, Серега. Я не Серега. Там в треке Серега. Понятно. Давай. А где сетчество?
флешбеки, я подобные трики слышал последний раз в 2018. Никогда. Едем в Алматы. То из Алматов плюс в чатик. Интересно. Опа, дорожная работа. Подожди, может, в машине? Вон коробка стояла. О, надо залутать. Это моя коробка. Пять. О, тут хавчик был. У меня нет хавчика. Нифига у нас людей из Алматов. Прикинь, у тебя половина зрителей в Алматах живут. Строение синий. В руках бикини. Иний. Crash. Так, есть что в грузовике? Нихуя. А, есть коробка. Где это? Нашел. Параша. Мусор. Себя богиней. Я, короче. Мусор. Хочешь поводить? На давай. Ой. Все, go. Сейчас я вебку подниму повыше вот так, чтобы видно было. Да. Ой. В чем заключается смысл игры? В том, чтобы ехать, лутаться и доехать до конечной точки. Алматов. До Алматов, да. Тихо, стопэ. Ой. Опа. Блять. Ништячки. Себя богиней. Коробка. О. Есть. Похавать. Да, присутствует. Блин. У меня тоже есть. А как поесть? О, вот, съесть. Все, я съел картошку. Себя богиней. Цвет настроения синий. Еще в углу коробка. Тихо, на ходу выпрыгнул. А, вот она, вот она. Ой. О, бенз. Нормально, бенз полезно. Еще, еще коробка. Еще еда. Курица. Круто. Шашлык. У тебя нормальная еды? Да. А, ну, ну все. Сэндвич есть. Все, едем пока. Как убрать сэндвич из рук? А, все, понял. Ой. Я их не буду. Так. Синий иней. Заправь канистру. А, блядь, что, надо? Канистру надо заправлять. Куда ты побежал, ее нужно. Ну. Заправлять канистру. Песню синий иней. Ой. Все, заправляю. А что она не заправляется? Я не понимаю, как заправить-то? Вот так? Ой. Пиздец. Ох, трек. Господи. Что происходит? Я заправляю. Это машина заправляется или канистра? Мне кажется, машина. Ты мне опять сбил как-то анимацию. Ну-ка. Ой. Ну-ка. Машина. Вот, все. На каждой заправке. А вот, 100%. Так, поехали. Дорожное радио, блядь, пошло. Я чё, Емеля? Ой. За дорогой следим. Это что? Камешки. А, просто камни. Их нужно обещать. Желательно. Смотри, кстати, сейчас вообще вайб. Типа, чувство, будто я тут и еду. Рассветы и туманы для тебя. Для тебя. На небе звезды для тебя. А где зомба? Так, что-то есть на горизонте. Дерево, что ли? Образ дерева. Да, дерево. Для тебя. Ту-ту-ру-ту. Ты Ауди купил? Куда? Заработать еще надо. Так, остановочка. Подзаправиться тоже можно будет. Ой.
Да я не думаю, то, что нам сейчас это нужно. Почему? Так, весь хавчик мой. Ну мы недавно забрали. Мое! Да нет, это мое! Мое! Забрал. Нету больше, что ли? Мне бы покушать. Больше нету, да. У меня тоже половина. Все, я тоже поел. Не, надо заправить. Там уже 70%. Ну окей. Кстати, ночь наступает. Зубаки будут, наверное, спавниться. Что вы делаете? Я только пришел. О, стой! Да блин! Что это вообще было? Я не знаю, прибежал бро. Пограничники, наверное. Все, пи***у. Надо другой режим. Можем в Dusty 3. Но это то же самое, что это, только типа круче. Давай. Который пустынный. Так, я зашел. Tower of Heaven, ну прикольно, никогда туда не пойдем. И что делать? Облако какое-то плывет. Сейчас. Так. О, все, я зашел. Ненавижу. Сейчас. Во. Вот чат на аутипе. Вот на двух человек. Сейчас у меня экран песчаный какой-то. А, подожди, просто сейчас. Все. Эй! Плеер 2. В смысле, пустите меня сюда? Поставил, а, все. Купи машину. Какую давайте машину? Мэр. Здесь? Ой. Ой, предметы какие-то. Что я кручусь? А, вот все, опустил. Коллаж, блять! Тут, если что, ты... 99 робуксов. Не советую покупать. Тут, если что... Блин, чуть не купил его. Тут еще особенность игры в том, что ты, типа, ну... Реалистично руками все двигаешь, видишь? А-а-а. Типа, зажми дверь. А что у меня фонарь перевернулся, блядь? Оставь ты фонарь в покое. А вот тут дверь, ты можешь зажать ее и двигать мышкой, она будет. А, я понял. Так, это что, это чистить стекло? Как выключить фонарик? Убрать из рук. Ой, тут зумить можно на Q. Да, я сам не знал. Так это надо в машину, наверное, сложить. Тут нужно, да, собрать машину. Но мы на какой поедем? Тут, по-моему, два варианта есть. Опа, еб... Ой. Так, ну первая какая-то разъебана. Но они все такие. А. Так а как на... А, ее надо починить сначала? Да, вот типа, вот видишь, берешь дверь и, ну, ставишь на место, ну, где нет. Пиздец. Я положу фонарик. Это довольно быстро. Вот, поставил. Так, я ставлю дверь тоже. Ой. Ой. А как ее... Это правая не, дверь. Не подходит. Во. А, вот все поставил. Че она не ставится? Как ее... Как ее перевернуть? Так. Как ее перевернуть, блядь? Что да... я делаю? Руками, ну, мышкой подвигай вниз-вверх, не помню. А, по КМ, во. Вот, да. Блядь, она не ставится. Почему? Я пойду колесо вот. Ставить. На F надо было нажать. Так. Да у нас их и так достаточно уже. О, а все. А что оно, блядь? У нас колесо подписано. О, ой. Что оно там делает? Точнее, до вечера. А, вот все. И здесь еще одно. Усили меня. Осталось бы навечно. Маленькие. И вечеринки. Переверни ты колесо. Маленькие. Оно не жмакается. А куда вообще двигатель нужно ставить? Я просто не шарю машину. Вот сюда. А, вот, да. Что? Дай сюда. Дай попробую. На. А там уже есть колесо, оно просто под землей. А. Нужно было починить, вот все. Так, ну уже это... семерочка почти. Опа. Собрана. Бампер. Так, я пока буду огурец вот какой-то положу. Кем он играет? Ребята, пожалуйста, можете меня не обижать, я тоже популярный. Так, немножко. Блять, я снял багажчик. Поставь на место. Ну, наведись и нажми F. Ну, а я... Вот. А как его открыть просто?
нажми и, ну, порт вверх-вниз. Все. Так, огурец положил. Рацию. Тут, кстати, картинка есть прикольная, смотри. Рацию. Вот, собачка. Вот, ну, собачка. Прикольно. Можно прикрепить. Так, это что? А что это такое? Фара, что ли? Это фара. А с кем Синчоу сыграет? Не знаю. О, все, я поставил фару. Ну, она вроде собрана, но ну, мы можем... Нет, там еще одной фары нет. А, да. Я съел банан. Так, вот эту хуйню тоже кладем. Так. И канистру. Ой, вот эта штука тоже, по-моему, нужна. Это решетка радиатора. Вот. И она не помещается. Ой, тут какая-то пасхалка была. The desert was the safest place for us. У меня тут полная пасхалка. Какой-то скрытый лор, что ли? Ты где вообще? Подожди, у меня тут задача. Ну, кстати, хочешь прикол покажу? И вместо чё багажника есть? Спойлер сделал. Короче, такая фича есть. Смотри, сейчас. Ой, сейчас. Короче, все, пока. Ебать! Ну это читерная фигня, почему-то можно на этой штуке летать. Ой, а как? Если сильно захотеть. Ну ты ее возьми в руки и встань на нее и ну, направляй. Вот, да. Так я подлетел, а как управлять? Возьми ее и вот, да, пока. Подожди. Да ладно, в принципе, нам это не интересно, мы же традиционно... О-о-о! Ух! Ебать! Ну, она что-то недалеко летит. Смотри. И вечеринки. Я тебя нарисовал. Вот. Пиздец. Ну, круто. Не похоже. Вот. О, все, я еду. Да не надо. Что у нас с капотом? Это багажник. Да я путаю, я не разбираюсь в машинах. Ой! Малинки! Кикфлип! Кикфлип сейчас дам. Оп! Смотри, это еще одна картина. Ты знаешь этого, ну, исполнителя? Исполнителя? Сейчас поверну. Ну вот, ну, он кот. Подсказка. Пиздец. Не знаю. Папа. Я погнал. Ой. Короче, все, поехали. Поехали, попробуем. Будет ли это работать? Так, подожди, а тут колесо, это запаска типа? Где? Вон. А это запасное. Где ты нашел еще одно колесо? Спящая красавица. Тут просто части для этой машины и для той одновременно лежат. Машину заправьте. А что, не заправлено, что ли? Ее заправить еще, что ли? Я просто никогда не собирал ее сам. Я всегда друзьям это поручал. Ты че, бегуди? Так, ну это для других машин. Вертолет, блять? Ты, кстати, не голоден? Не. Ну так, окей. Немного. Но я прицеп? Проигру. Ну да, да. Прицеп, вот прицеп. А-а-а! Не, он нам нафиг не нужен. Не надо нам прицеп. Ну ладно, все, поехали. Нам бы заправить ее или как-то ну, сделать, чтобы она ехала, не знаю. Блять! Что ты? Ну я дверь с петель снял, блять. Вот, нужно... Радиатор? Чтобы открыть, нужно нажать... Фары нет так... еще одной, подожди. Да пофиг. Ну а как ночью ехать? С одной. О. Открывай глаза, спящая красавица. Движок и охлаждатель. Какой нафиг охлаждатель? Куда она пропала? Алло, а где фара, блядь? А где? Я ее только что поставил, она пропала, блядь. Ну, значит, не судьба. Может, ну, нормально, отлично. Она хуй больше... положила картину. Фары больше не слепят. А, ой, тут... блядь. А, нет, уберем. А почему у нас все разваливается? Oh.
сейчас. Все. Все. Не ломай ничего. А где радиатор? Да пофиг нам на радиатор. Если сработает, то поедем так. А это что? Что ты там нашел? Это бампер, типа? Она не едет. Ох, как собрать машину в Dusty Trip? Это... Не думаю, то, что оно тут нужно вообще. Или это спойлер, блядь, что это? Вот вторая фара. На полу у стола радиатор. На полу у стола? Нет, кто тут? Че, он наеб... Это что ли фигня? А, вот, да. Ёще, куда нужно ставить? Так это спереди, спереди, спереди. Окей. Так. Давай. Сейчас. Где-то вот была функция. Вот перед этим. Перед решеткой радиатора, во. Вот, круто, все. Во, все. Теперь точно поедем. Не, не едет. Я сел. Блять. Не едет. Так ты заведи. А как? Что я жмакаю? Ты машину когда-нибудь водил? Да. Вот давай ты тогда едь. Я не умею. Вся дольчика. На F нажми. Наведись на ее место и законно. А. Вот, да. Чтобы открыть вот так вот, давайте просто... Так, подожди, надо заправить. Ладно, заправим уже почти ночь. О, все, я с ручника ее снял. Все, гоу. Точно нужно заправить? Она не едет, да? У нас бензин на нуле. А, нет, одна вторая бензина. Бензин-то есть. Так а где, блядь, ключ-то? А почему не едет тогда? Да не думайте, что тут нужен ключ. R? А, fuel car 0,7 литров, блядь, у нас. В смысле, а где можно найти топливо? Топливо в канистре, походу. Ну да, где оно? Вот оно. А, ты нашел? Давай тогда заправим. Так, где тут лючок? А, во, все. О, все. Ну теперь точно поедем. Да, ребята, не спамьте, мы поняли. Мы знаем то, что вы умнее нас. Душа. Тут такая вся. Машину помойте, еще что сделать? А что, она бесконечная? А, все, 9 литров. Че, реально нужно машину? Канистру. А как это делать? Ваня, канистру закинул. Пошли, все, все, она заведется сейчас. Ну, если что, ты водишь. Да, ставь дверь в покое. Вот тут открыл для тебя. Все. Оп. И что? Есть! О! Все, наконец-то. Все, пошло. Уже ночь. Ну ладно, можем поехать. Поедем. Наконец-то. Ура, не поехали. Я бак не закрыл. Тихо, погоди. А что, выльется бензин, что ли? В смысле бак не закрыл? В смысле вы врете, он... Где тут такой функции? Так он закрыт. Закрыть? А, есть. А да, можно его закрывать. Все, я закрыл. Он закрыт был. Ну, все, не буду я кофе. Так все. Верим. Такая вся Дольче Габбана. Нифига у тебя, кстати, онлайн повысился. По-моему, когда последний раз вместе стримили, было 3000. Да. Ой, блядь! Да что такое? Тихо, занесло немного. Налево. С моей рукой. Почему вы... Сейчас мы в кювете. Нормально. О! Вот нормально. Такая вся... Видите, его надо... Нет! Нет, ребята, на Audi я буду нормально ездить. Это что за домик? Это нужно лутать. Там вещи полезные могут быть. Что и на месте. Так, я как буду... заглушить движок? Да. Ой, тут зомби. Наверное. Ой. Че, где? Ну, тут зомби. Где зомби? Внутри. Ой, зомби! Если что, а у нас нет оружия? Механика оружия тут, если что, сложно. Не думаю, то что смогу объяснить. Ой. Ты Ой. Просто не подходи к ним, не умирай, пожалуйста. Я не умираю. Ну... Ебут вещей! Как бы их залутать? Да там всегда много вещей, просто большинство из этого мусор. Здорово, дядя. А как его пи***ть?
Но нам нужно оружие, но у нас нету ничего. А, заебись. Но что думаю... с ним? Солевой какой-то попался. Да не все тут такие. Пиздец. Мне плохо! Ну, красава, ты им дверь открыл. Сейчас их всех выведем и сможем зайти спокойно. А, в натуре. Тварь. Я их байчу. А, за мной. Давай. Ой! Мне дал. Сейчас чуть-чуть. Хотя бы шоколадку украсть. Все, я его отвел, я его отвел. Ой. Ой. Сейчас других выведу, наверное. А что он за мной бежит-то теперь? Блин. Они не выходят. Они домоседы какие-то. Блять, мне пиздец. Убегай. Мужик. Иди сюда. Он еще под музыку так бежит. Я его отвлекаю. А, ему пофиг на меня. А, нет, ему не пофиг. Ему не пофиг. Нормально. Ненормально, уже ночь, блять. А еды все, нет. Поехали отсюда, пофиг. Тихо, я ворую. Враждебный дом вообще. Да блин, мне плохо. Все, поехали. Надеюсь, он не может сломать машину. Я сел. Давай, давай. Все, поехали. Дверь, дверь, дверь. Все. Все. Ебать. Так, Катина. Фары, фары. Ох. Слепят. Письма не получаю. На кактус от них забирайся. Мне интересно, эти советы реальны или шутку говорят? Бескучаю. Письма не получаю. Еды нет, нихуя, пиздец. Тебя. Крышечку бака не закрутил. Все я закрутил. Не, ребят, я водитель, буду жесткий. В Санкт-Петербурге все выходите на улицу, когда я буду выезжать. Я в Телеграме буду. Из Санкт-Петербурга все уезжайте в соседние города. Нет, не надо. Когда получит права. Не надо. Я буду в ТГ делать пост, то, что я выехал, и все, выходите гулять. Я выехал, все бегите. Будем играть в догонялки. Тебе скучаю, камень ебать, я пропускаю. Нормально. Нормально едем. Ты еще мало не бьешь. Ой, блять, издануло. Ой. Поешь. У меня нет еды. Нам бы реально нужно, ну, найти хавчик, что ли. Ничего вот не видно. Голодаешь. Да. Сюда доставка доставляет? Да, вкусная точка. А, здесь можно еще передачи переключать на туре, блядь. Ой. Ребят, я на автомате сдавать буду. Бомбят, блядь. Ой, блядь. Через рацию можно еду заказать. Не, в это я уже не поверю. И вот это ваш бизнес-класс. Ой, блядь. Ну, рация есть. Ой. Ой. Мужик, у нас бензин. А, да? Да. Но... Мы едем чисто на этой самой, на инерции. Ну, проедем еще чуть-чуть так и будем. Вон там, да, вон там что-то есть. Давай, все, это наш последний шанс. Ну, нам нужен хавчик и бензин. И желательно не умереть. Спасибо, Карвалол. Пойдем потом дуо ШД. Окей. Ой, тут ребята. 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 Я вижу фонарик. Ой-ой. Не, фонарик нам нафиг не нужен, не съедобен. Так, ну... Я получил немного... Я их байчу, они на меня сагрены. Так, подожди. Тебе бы вон еду вижу. Где ты ее видишь? Вот она на полу валяется. Ну тебе нужно... Чарам-зам-зам. Дай тебе просто ее дам. А, ладно. Тихо. Что за шарик? Блять, они у меня из рук ее выбили. Нормально.
Подожди, это что, у меня шоколадка в руках? Давай, давай. Сейчас. Я пока поем. Что как это я, такое? Это фара, блядь, это выкинуть. Не еда. Возьми шоколадку там или что, где? Я не понимаю. Вот, вот здесь. Да... Это фара опять. Все, и наверх. Тупые зомбари. А это что? А, во, я съел. О, ну нормально. А вот, бензин где взять? Ну, подъехать и заправиться, что ли? А как мы подъехать? Шар для боулинга. Не, кстати, там не повезло, тут бензина нет. Да, тут бензина нихуя нет. Есть всё? Банка радиации. Есть щит. Я беру щит. Ну, им можно дефаться, наверное, давай. Ну-ка, съебать. Бутылка вроде как оружие работает. Ой, не работает щит! Бутылка тоже не работает, кстати. Гули-гули! Уйди! Всё. Я эту песню в 6 лет слушал. Я тоже, в Турции. Он еще по трек так танцует. А потом пернуло, бля. Ну тут нету бензина. Все, пошли в дуошеды. Окей. Че, прям блевать? Все, проеб... Накатались. Рам-зам-зам. Гуля-гуля-гуля-гуля, рам-зам-зам.